А чё, мы не будем эту бабу бить? Потом убьем. Будем, будем, после Хадира. А. Лишь бы бабу, да, побить? Ой, блядь. Не палу. Я понял, нахуй. Блядь, кто там по сугробу шарит, а? Ща кто-то нас крашнул. Там в сугробе нихуя нету, только мобы вылазят без лука. Же... Мародеры в рейде есть? По жизни или... Понял, разговор эти. А червяки кончатся когда? Ну, когда ну, люди перестанут заступать на сугробы, да, кончатся. А, да, я лутер. Один со шмотом вылез все-таки. Ну вот видишь, хоть какой-то плюс. Можно тут зеленку бесконечно фармить. О, он что, кто бегает? Кто? Кто? А кто кто? Да не важно. Значит, питомцы могут бегать. Могут, все в порядке. Ну тут уже на сугроб нас кинуло, тут ладно. Не хуёво стоял, ты не кинул. Ты когда вокруг слизня на профи встаешь, так же говорят, у нас я кинуло, понял. Ебать. Хм. Ничего никогда на слизня, само ладно. Ничего не само делается. Понятно. Это люди нубы нахуй и бичи, блядь. Он же кидает не в рандомную сторону тебя, а туда, в какую сторону от куда него ты... Куда ты повернулся спиной? А, да, блядь, спиной, блядь. Угу. Закинь бы с этих, слышишь, червей, так, бои... Да не бегайте вы возле сугроба в додике. Это приходит с годами игры, нахуй. Вы чё, это вообще вафли? Давай всё по сугробам пройдусь. Сразу. Просто 5 человек возле него бегает. Только в Т5 люди начинают мимо сугробов пробегать, потому что время дорого. Я не знаю, это, ну, похоже, сугробы... Я думаю, это не наш случай. Они влезают сами по себе, видимо, настроили. Призана, захильте. А почему вы стоите там с призаном, вы не можете за нами бежать? Мы уже тут стоим, идите с мобами сюда. Разъебываем то, что вы напризывали. Надо просто идти и не останавливаться. Это только фармим. Будем в коридоре сидеть. Вот сюда заходите. Так, я проснулся на ульду твою. Сейчас заходи. Не возьмешь. Проснулся уже, сейчас войдет. Да, блять, я лег 8:30 нахуй. С доброе утро. Спасибо. Я РБК фармить начну. Ща нахуй, я чайник закипит, я кофе сделаю. Он был с нами. Ну я на одну залетел. Крайний РБК меня расстроил, конечно. Да, не, я РБК не фармил, я сидел блич смотрел нахуй до 8 утра нормально. Так, новый сезон? Не, я пока первый смотрю. Хорош. Чё, блин. Чтобы успешно убить этого босса, надо сначала разбить глыбы. Да знаем мы все. Нет, не все. Да, вот мне на пол. Этого мы всегда с первого пола убиваем. Я не помню, тут надо выбегать с войдзон или забегать с них? С маленьких выбегать, когда появится большая, упадет сугроб, на него надо будет забежать. Здесь надо постоянно... Столб света, в него постоянно можно... Надо спасибо, что рассказали тактику. Только здесь... в столб света, а под эти здесь... надо убегать. Здесь надо постоянно двигаться. Когда появилась грозовая туча на мне, надо туда сбежаться, получить дамаг на плюс крит. Столб света. Постоянно диспелить надо. Постоянно двигаться, чтобы трескучий мороз не стакался. Не наносил урон. Из маленьких... На собаке двигайтесь постоянно. Из маленьких надо выходить. Когда появятся большие лужи, с них надо выйти и встать возле них 5 метров. Недалеко, чтобы успеть потом забежать, когда упадет снег. Ачивки там лутают, ебать. Сейчас... Так, что-то еще 5 секунд целых, а дрелям уже на боссе осталось. Да. Я могу подамажить, могу похилить, что надо. Подамажить? Ну, давай.
Дайте трансмог. Вот, почему быстро убить? Понял. А что это за токены, кстати? Ты их не зашел. О, это токены. Т8. Как он выглядит? Тоны давай на трансмог. Красиво он выглядит, кстати. Тогда мне одну дайте, пожалуйста. Лучше назад зайти, сейчас кошатница будет идти. А второй сундук же в хэмке появляется, мы что, в обочке били? Почему? Мой, быстро... Главное за время убить. Это и есть хэм. Тут что-то такое пиздец. Что-то нету. Нет. Осколка, блядь. Так, не с пульти только. Она сейчас до Хадира дойдет, разобьется. Так, сейчас она пойдет обратно. Спускайтесь сюда. Гри и Вилаша, прожимая незыбку. Ее же в лесу бьем, правильно? А уешим 4 моба. Убиваем их быстрее. Через босса или в мобов? Убиваем 4 моба сначала. Потому что они положат сейчас рейд. Ультрадур вес и Рокшейна. Теперь бьем босса. У вас есть слоты? Да. Стоим перед... На сейчас 5 минут я только зашел. Стоим перед лицом боссом. Босса. С поставленностью... А, вот там не звезда. Стоим перед лицом. Массес. Берегитесь. Так, надо сбить каст. Сбить вот этот каст. Удар часового надо сбить. Надо сбить, надо сбить, надо сбить. Господи, только что... Мы избежали вайпа. Встаем обратно под лицо босса. Вызываются маленькие мобы. Это просто не обращаем внимания. Наливаем паладинскую лужу. Так, виск делится между всеми под лицом. Теперь черный луч. Из него выйдет кошка. Ее надо стаунтить, чтобы она никого не убила. Так. Ну, наверное, играть в нее не будем, потому что мы сильные. Просто защитуем рейд. Если кто-то сдохнет, то ничего страшного. Трилляма на боссе добьем. Вот, на Магина повешилась дотка. Надо сбить каст, прием. Так, сбили. Фир не снимается. Так, выйти с лужи надо. Ладно, отдам бабл. Так, некоторые люди умерли в луже. Они, наверное... Не успели выйти. Плечи хочу. Хочу плечи. Вторые мне давай. Плечи блатные. Красиво. Красивый, да, красивый. Тяжело тут будет в хэме, ханту. Всем будет тяжело. Нет, у меня пед. Я две пачки тебе дал. Кто там просил, подходите в полидринку. У меня пет на двух боссах не бьет уже здесь. Что, все забрали, не осталось? Все, все, уже отдал. Не успел. Мобов лицом в крестик отведите. Бить их надо одновременно, убить. Поэтому бейте того, у которого больше хп. Чтобы не пошутал весь рейд. Если вызовет искру, то надо стоять на РЖ 30 метров, чтобы искра вас не дожила. Чудеса. Поспел мой. Накидка прикольная. Можно продать за 1 000 000 хрен.
Так, пока не трогайте трэш. Кто в комнату пойдет, там определи группы. Так, ладно. Какой-то прист. Шаду, ты тут. Я сейчас зайду за ШП. Скоро. Давай, Шаду, возьмешь в контроль капитана, черепок, и обновляй на него контроль над разумом. Пока он что. Лап-лап. Всех остальных мобов убьем, я пока метки поставлю. Еще два места поставлю. Бери в контроль. Комнату кто пойдут? Пока рано еще в комнате. Черепок я поставил. Остальных бьем. Отведи его к нам сюда где-нибудь. Че, давайте. Да. Надо было шкаф и засумонить. Там бой вроде пропадает. Такс. А он нам нужен, да? Да. Надо вспомнить. Еще кто внутрь? Сколько там метров-то? 12. Сколько? Я уж не помню. Так, ДБМ рейндж, ДБМ. Блять, или 12 или 11, я уж не помню. Так, 12. Рейндж. Чё, это могу убивать или дальше НК? Так, отойдите с... Уйдите с мобом, уйдите к шкафу и встаньте, постойте. Давайте матфокса засуманим. Так, уйдите с центра отсюда. Один кто-то, кто слышит меня, идите, встаньте в звезду. Так. Слушай, что-то... Так. Такс. Так, теперь ты встань в кружок. Так. Ой, блять, какая-то хуйня. Уйди, топа. Зачем ты это делаешь? Я же смотрю, мне раньше надо посмотреть. Так, он не так. Ну, вот эти кружок и ромбик это для миликов. Ну, человек, поскольку по 4 поставим. Остальные так себе на глаз найдут раньше. Сейчас и в зону еще допишу для приста. Вот. Прист Shadow, твоя зона будет постоянно в треугольнике. Ну там с тобой еще. У вас шкаф есть? Еще, наверное, есть. Есть. Сейчас захожу. Я могу поконтролить моба. Нет, пусть лучше Shadow поконтролит, ты больше ДПС дашь. Призан, давай в хила спекнись на всякий случай. Пока стоишь там цепухи в конце. Так, потом обновишь. Короче, танк и Вилаша, и Блуднига, вы стоите звезде. Блуднига тут будешь, короче, на арене. Вилаша туда пойдешь. Все милики здесь остаются. Со мной туда пойдет и Вилаша. Я на хиле пойду. И пойдут два мага, два ханта, Шелфир, Мэтфокс. В принципе, хватит. Ляночка, тут оставайся. Так, давай суманем. Чё, бой, да, или чё? Что там, прошёл суманование? Тэпаюсь, жуть. Вот у нас уже и фулл рейд. Так, теперь... это, в треугольнике буду стоять я, Shadow и, ну давай, Prison, чтобы мы не сдохли. Остальные все ищем себе место, встаем по 3 человека. По 3, по 4. Рейндж от вот этих меток набираете. То есть, если вы стоите здесь, там набираете метров по 12. В кружке давай будут стоять
короче, пятая пати, кроме Кирсори. Кирсори стоишь в ромбике, и с тобой стоят Гамазек, Хулидринк и Седжу. Все, запомнили? Запомнили. Это в кружке? Я в ромбике, да? Я бегаю, получается, комнату, да? Да, пойдешь в комнату. Я говорю, это ты в кружке называл? В кружке стоят вторая пати, кроме Кирсори. Кирсори стоишь в ромбике, и в ромбике стоят Гамазек, Хулидринк и Седжу. Все, мест нема, да? Я проебал, пока все дела делал. Так. Да, лох попущен. Так, Shadow Knight, остаешься тут на арене. Короче, Шелфир, оставайся с ним на арене, вот тебе ассист. Поставишь ему метку на моба, завоеватель Эльдуар, его не бейте. И вообще говори к там кого-то. О, все в ромбик, блядь, сбежались, а? Это... Да тут так же в круг прибежали. Извиняюсь, я тут. Поставишь метку на моба, Shadow Knight возьмет его в контроль. И будет держать в треугольнике. Shadow Knight, ты должен стоять вот тут в треугольнике. И тут же контролить моба, держать. Встань, иди в треугольник, вот сюда. Тут сейф-зона, тут не убивает никого. Тут буду стоять я и в призон еще. Отмени МК и прибеги, и за МК уже там. С треугольника. Беги, беги, беги в треугольник. Треугольник. В ромбике человек 6 нахуй стало, блядь. Сейчас, сейчас не надо ничего. Это расстановка, когда спрыгнет босс. Да я знаю, когда босс спрыгнет. Они ж хуй съебутся. Снимай контроль, бьем моба. И планы. Готовимся нажимать рычаг. Кто пойдет... Завоеватель Ульдора? Да. Кто пойдет в коридор, стоим в звездочке. Отходим от огня, который посылает моб. Там будут поднимать левую или правую руку, надо будет отходить. Так, что там? Чё, где? А чё, блядь, будет запускаться, не? Это бага дела, наверное. А чё забагалось-то, блядь? Ну, то, что мобо, когда я знаю, то, что мобов убиваете, тогда рычаг активируется. Ну, по-моему, это после чередова. Выходите из комнаты. Встаем тут на лестнице. Рокшейн. Рокшейн покажет. Заебись. Да, блять, выйдите, кто там? Шалфиров. Че на фрейли? Пошли. Куда вы пошли там? Мобы что ли появились? Это в гере в контроль брали все, да? Не знаю, это может какой-то баг. Подходите сюда, сейчас сагрим мобов, все умрем. Зайдем заново. Выдаст. Может быть, разбагается. Пойдем на этих часовых. Все встаньте в одну точку. Ничего не делайте. Все 25 должны умереть. Тело не покидайте пока. Одного убейте, веселее будет. Надо ничего убивать, просто умрите и все. Сейчас проверим. Все, заходим. Сейчас посмотрим. Разбагалось, нет? Пойти починиться. Оранжерея жизни и налево.
Охуенно. Что, не разбагался? Нет. Ну, пошли направо. Кто-нибудь напишите в эту техподдержку. Через Skype помощь. Одмен, почини. Ну, он починит. Просто перезапустит его, да и все. Ну да, ну мы пока на RGR исходим. Только он когда героя починит, ему, блядь, дебаф повесится на 10 минут. Пошли пока мобу убить. Два варианта, либо контролить плеточника, либо примораживать мелких и грипать плеточника. Сливать сначала надо плеточника. Либо если банишь плеточника, то нужно сначала мелких слить. Их нужно развести друг от друга. Давай Вилаша уже кидает, я грипаю плеточника. Тут нет еще Вилаши. Маги, поставьте столик, а? Так, еще два босса. Калагарн. Так, собрание. Калагарн. Кишатница и Хадир. Так. Я отправил запрос. Тут деда нужно пиздить, да? Дедушек не надо бить. Тут бабка надо не бить. Бейте нас. Блять, они воевали. Нового горю. Так, осторожно двигаемся за звездой. Вправо-лево никуда не ходим. Потому что там мобы стоят, их не надо трогать. Полидринк не полидай плечо, пожалуйста. Это наш плеточник. Кидаю уже. Тут с мобов на алхимию вроде падает, да? Так. Ну если убить поставку, убиваешь, там вроде падает. Мешок алхимика. Или чё, да? Да. С грозы выходите. С грозы выходите. Алло. Ничего, не видите. Куда мы пошли? Звезде. Видно звезду, нет? А, точно, я забыл, что не надо бить его. Звезду, звезду. Ни право, ни лево, вот сюда. Там босса можно спулить. Так. Сейчас она отсюда уйдет. Тут по бережку идем. Так, ну давай какую-нибудь пачку плеточников вот этих. Так. Там сбивайте косты стан, давайте на бан. Так,
Пока босс отошел, можно спулить мелких. Плиточника там приморозить и там грипнуть. Смотрите, босс, если обратно пойдет. Где она, кстати? А, он у нас сзади. Идем. Право еще как. Пачку ебануть остался. Так, подходим к полянке. Вот на этой полянке будем бить босса. Вот тут, где квадрат примерно. Держишь босса. Давай, пуляй. Пока босса никто не бьет, ждем, когда она вызовет трэш. Слышишь, давай начиву сделаем. Попытаемся, по крайней мере. Какую? А там, когда у нее остается 25% бафа ее, надо ее запинать. Ну, по крайней мере, попробуем. Хватит у нас ДПС. Ну, там БЛ, дайте, все. Этих мобов надо убить одновременно. Если разница будет 15 секунд. Дар. Ебашим дар. Он на воде. С лучей надо выходить. Лучей надо выходить. Корни либо диспелить, либо фридом давать, либо разбивать. На дрожь земли. Вот можете сейчас не бить. Вы один хирургин. Сейчас, когда 20... сейчас бить не надо, босс. 25 на ней будет, то тогда надо попробовать ее запинать. Чтобы луч света не шотал рейд, надо стоять на рейнже друг от друга. Он кастуется в одного человека. Из лучей выходим. Да. Зеленая елка, которая вырастает, нужно быстро зергать, иначе она отхилит босса на фул хп. Зеленую елку на Реннера. Этих мобов надо убивать по одному. Нельзя их бить одновременно. Если убьете. Если будете. Не надо. Ну. Если будете их бить одновременно, мы все сдохнем. Рейндж взрыва 20 метров. От них надо отойти РДД, чтобы вы в них не стояли. Милики, прожимаем ложный выпад. Сейвы. Ультрадруль, подними инвизибл. А чё, муж, это ауру огня поменяем на ауру огня? Да, поставьте ауру огня. Когда вызовется большой моб, на вот этом косте надо топать каст. Когда вот зеленку убьем, елку, видно, нет? За Реннера. Когда вызовется большой моб. Отбафайте инвизибла. Надо будет встать под грибы. Если вы не будете стоять под грибами, выйдите с лучей. Встаньте под грибы. И милики, и танк должен встать под грибы. Если вы не встанете под грибы, то вы не сможете ни кастовать, ни атаковать. Даже физическим уроном. Надо убивать древний опекун. Видно? Ставил на него череп. Надо выйти с луча, даже если там гриб, иначе вас шотнет. Надо выйти из луча. Выйдите из луча. Дар. Добейте дерево, черепок. Бить можно только под грибами. Под грибами? Под грибами. Смотри, они сейчас закинули. Вот это вот не надо. Под мухоморами, я надеюсь, хотя бы. Мэдфокс, ресы, бенстиллера. ДК пусть полежит. 230. Рокшейн, выйди из луча, ты хули в нем стоишь? Рокшейн, ты тут? То же самое. Встаньте в грибы и бейте большого моба. Вот черепок. Вы не можете из лучей выйти? Не, мы не будем ничего пробовать. Просто будем до нуля стаков. Не, нас ее мы убьем. Ты чё? Ну, сейчас уже можно пробовать. Сейчас на 25. А чего делается? Хреново. Ну да, а если выйдут мобы, и мы сдохнем от мобов, что тогда делать? Заново бить? Ну, пробуйте, я посмотрю.
Так, сейчас будет либо три моба, которых одновременно надо убить, либо... Так. Патрисия, Рис, не Седжу. Седжу, да. Мобов сначала... Ёлку убейте, ёлку. На рейндж вставайте, излучей выйдите. Юля, не зубу, да? Дай. Вой, ты массакрус, дай. Ну, пробуйте, давайте Геру пробуйте, бабос убить. Все рано. 25 там, нет. Там 30 танков. Ну, так ачива делается на 25. А 25 не будет. Будет вызов трех мобов, они 30 стаков требуют. Дар надо, запиздить сейчас будет. Ставь тотем, призан и неола на ману читай. Сейнера отдайте в КД. Я не знаю, она видишь хилится, выходите случай. Получится ли убить? Ну, хуй знает, есть ли смысл выберите, в этом. Выберите, если можете. Не, сейчас заудишь. Если будете убивать мобов, ну, вот одного уже... Эти мобов теперь... Дарайонара. Дарайонара, потом мобов. Если моб 15 секунд... Вот, сейчас за 15 секунд, если не убьете... Давайте быстрее, блядь. Мобов. Они резнутся. Ёлка вылезла. Она резнет фул хп мобам и боссу. Ёлку надо убить. Видно ёлку, нет? Чё, мобы резаются, да? Да вообще можно было бить просто. Ну вот я и смотрю, как оно просто. Видишь, они резнулись. Вот теперь бейте просто. Какого теперь хрена? Три моба одновременно. Видно хп босса? Да, какое? Или не видно? Ну, вот три моба одновременно надо вот этих убить. Не придумывать ничего. Ничего попало делать, вот корни добейте, вот теперь босс один остался. Ну, когда сходим сюда 10 раз, тогда будем делать что угодно. Из зеленого говна надо выйти, оно взорвется сейчас. Бах. Из зеленых какашек выходите. Сейчас она их новые раскинула, переходим, выходим из них. Видите зеленое говно на полу? Или нет? Корни. Так. Выходите, новые выпали, вы в них прям стоите. Или нормально думаете? Прокатит. Вот эти взорвались, сейчас новые накинулись. Видно, да? Прилетели такие зелененькие штуки. Вы стакнетесь в одну точку, нахуй, разбегаетесь. Надо ничего говорить, просто выйдите из зеленой хуйни. Это ты высшую математику рассказываешь. Вот эти старые взорвались, сейчас раскинутся новые. Из них просто выходим. По стриму перебегаем назад, а там уже, блядь, лежат они. Ну, значит, телепортируйся в Долоран, если не получается. Вот с колодца выходим, с светового. Вот старые взорвались, кинулись новые, там где вы стояли. Все. Сейчас они еще взорвутся, вот эти вот, которые, возле которых стоите. Вот. О, чертеж. Дайте дай мне чертеж. Ой, я тоже хочу чертеж. Давай его паролем. 10 тысяч голды на аукцион. Не, я хочу именно изучить его дорогу. О, это то в теме. Нахрена. Продавать. Ой, дай Ларе алхимика мне, пожалуйста. 500 голды. Косарь, 5000. Риснись, опять машины. Ебать, у тебя цены посекундно просто растут, блядь. У тебя рожа там не треснет. Тресните, а, народ, в воде лежу. Штаны за 40 гривен можно? Так, это на... Паладин. Трансмут, да? Трансмок. Да, штаны.
Штаны? Что-то не жди штаны, а вот они. Кстати, я хотел спросить, а мы Каратреса в заезд... Давайте штаны паролем. Стилим? Да, давайте паролем штаны. Разбойник, рыцарь смерти, мандроид. Пропал. Ты где этот рецепт делал? У меня он, давай паролем его. Насижу роль. На роль. На сижу роль, нихуя. На сижу, говорит, роль. Спасибо. Ну, тоже штаны разрулишь там. Ага, дай ему кошку разрулить. Тоже. Нифига себе, вы на рецепт летели, как коршуны. Это не рецепт, они ноги ролят, токен. Какой токен? У нас рецепт, так, а теперь на токен. На. А чё за бой на инсте? Кто-то что-то согрел. Токен мой в итоге. А, вот пошёл. Так, это топ, а кинет трейд. Это арол. Арол. А, у меня нету этого. Дай систем мне. Ну честно, трипл ролл, блядь. Кринж. Ну мне пока никто не ответил из техподдержки по Ториму. Перенестись в искру воображения. Спуститься по лестнице вниз. Не повезло, не фартануло, Седж. Давай только без веры режима. Я впервые выиграл с ролом 61. Трейд дашь, ультрадруп. Седжу, да? Да. Так, Хадир, Калагарн, Кошатница и Собрание. Так. Куда? На уголовных. Искра. А есть у кого-то с собой ключ? И тут таких прессов старых нету. Вроде у Рарника был, но Рарник не с нами. Да пожарника будем делать. Уже Дживс, да, стоит. Тут чел мне почему-то в личку пишет, хочет хаемовский блинтроль купить. Очередь. Пиши ему 200к. Там очередь. Забудь, там очередь. Уступим, если за 200к будет брать. Я резал челик, для меня убил тоже. Покидайте тело, зайдите в инст. Давай шкаф с углем. ДКш не кофнулся, апостол или как его там? Давай, я зайду. Или пишешь, что... Ну, уже второй раз так. 15к сразу. Да, кстати, помню, в ТТГ такая же хуйня была. Просто съебался от нас. Да, вот так же. Ну, шоп, кому ушел? Кто вообще? Чё за апостол, блядь? Не знаю. Бич. Он за Каныч есть. Да я сижу тут уже... Слава забрал мешок. А зачем мешок? Там ничего хорошего не падает. Да. Всякий шлак, всякая трава какая-то, бутылки какие-то бесполезные. Там для алкоголиков и травокуров. Самое офигенное это на генерале чистейшие залежи сорониты. Ладно, давай проверим, что там падает. Так, выпало Карло Масло, Дикая Магия. О, давай Карло Масло. Много Карло Масло выпало. Хоть стак есть. Бесконечной Ярости 5 штук, они по-моему по 2. Стак Колдунство, Ледяной Змей 10 штук. На 100 Бесконечной Ярости 4. Нифига себе, на 100 нормально. Нихуя себе, тут запы такие хорошие падают, крит хаст. На 100 ледяного змея, 10. Ну сейчас это уже не очень. Ну, алкаш, ты на стойке норм. Бак, и все, чё. Нормально так там нападало. Хуйня чистая выпала, блядь. Ну вот, для одного рейда можно сказать, раз. Хуйня, давай сюда. Да, давай. На 100 бесконечной эрси, давай-ка трейд. Да, да. Так это же алкашная. Алкашная. Ну и что, в обычке? Ну для обычек самое то. Ебать там полетело. Коршуны. Это же алкашная хуйня. Вот лотос только что хороший, северный. Карломаст. Нахрен он тебе нужен, блядь, два лотоса, 60 голды. А, ну да. Да, конечно. А у тебя там случайно зелье быстроты не завалялось? Ладно, пошли босса убьем пока что. Ого. Так. Милики, вообще, если кто первый раз, тут уйдите оттуда и посмотрите со сторонки все.
Ок. Там вокруг босса будут раскидываться мины. Вот они уже раскинулись. Вот звездочкой показываю, где эта мина. Вот видите, взрывается. Да, я вижу. Вот. Там людей ебут. Отбегите от босса. Очень даже неплохо. Вот видишь. Бичей нету даже. Нет, почему? Есть. Гена, он же под водкой там или под чем. Там не просыхает. Сам бы попробовал так. Лучше не пробовать. Да, понял. Что-то мне подсказывает, что это тестить лучше не стоит, да. Да, лучше не тестить это вообще. Вон, Равист пробовал на Новый год. Сейчас выйдет туловище. Когда чуть не умер. Если будем Геру бить, надо будет успевать его убивать до тех пор, ну, до того момента, когда он не начнет из рук стрелять лазером. Лазер, он всегда по часовой стрелке двигается. Вот из-за спины две ракеты, одна из них вылетает. Вот. Красная метка на полу показывает место, куда приземлится ракета. Радиус 3 метра, урон 1 000 000 или 5 миллионов. Все, нам Торима починили. Распределитесь, блядь, по комнате быстренько. Разбежались, тихилы распределились. Зергайте. Написал... Зергайте просто сейчас после этого Торима убьем. Зергайте туловище и все. Вау, слышишь, там ты дал, короче, банка была такая. На нее нажал, короче, 10 алкашных банок высыпалось. Ну да. Вот там красная метка где-то на полу. Сейчас кто-то сдохнет. Вот, Иниола, как дела? Братан, как, смотрите, лежит пацан. Как дела? Лут поставь, чтобы все могли собирать. Он сам, сейчас бошку. Он сам ставится. Пацан, как дела, братан? Чё-то постоял в красном кружке с ракетой, да? Ладно, давай ультрадру, реса его. Не видел, наверное, кружок, да? Ну, в следующий раз увидишь, ничего страшного. Бля, так же он душит. Это вот эта вот пассивно-активная токсичность, блядь. Так, пассивная, блядь, агрессия. Бьём голову. Её надо бить очень быстро. Ну, можно её притянуть вниз, конечно. Не знаю, в хэмме вам поможет это с нашим депрессом. Чё за лучи? Так. Лучи, это с них трэш, выходит. С них трэш выходит. А, трэш выходит. Вот с моба... Штурмового моба выпадает магнит. Так. Катрисия, давай под башку. Все, теперь милики могут допрыгивать до головы, видите? Да, она крутится и повышенный урон по ней проходит. Сейчас это чудо белорусской техники соберется... Белорусской, блядь. Так, белорусский комбайн соберется, подождите. Комбайн для картошки, да, сейчас будет? Этот комбайн... Этот... Надо заебашить все одновременно. И, да. будем копать бульбу, блядь. Да, одновременно. Самое главное, да, если вы будете... Если одну часть убьете, и две другие, или хотя бы одна будет существовать 12 секунд, то они самопочинятся, и придется заново все бить. Поэтому даем Геру, даем фулл АОЕ. Те, кто стоят внизу, могут даже нажать на черепок и бить череп, то есть судно, летающее прямо снизу. То есть шлем, вихрь, все достает. Просто по телу там поменьше надо. Просто спамим веера. Просто фулл дамаг. Вот я отошел от красной метки. Смотрю. АОЕ же вроде запрещено в России. Да. Там надо было еще нажать на красную кнопочку, посмотрели, как забрать первого. Можно. Охуеть. Перчи, ага, целых 7... Так, ну-ка, блядь. Свистнули. Целых 75. Давай паролем перчатки. Что за перчики? Ну-ка, показывайте. Они же вроде есть раздобность. Или нет? Там другие, кстати, вроде как. 226-й тоже точно так же. Плащ боешный. Ну, давай, нахуй. Обратно. Куда тэпаться? Это оранжерею. И налево. Чё, починили, да? Оранжерея. Да, я писал. И налево. Где? По идее, должны были починить. Налево. А чё, ДК-шные перчатки там не хотят? Работает там, есть кто-то? Да, пароль-то другие перчатки. Не у Юли. Юлечка. Всё, да, тогда анрол.
Ну, вот если бы мы с пула, ну, если бы на сборе было столько людей, мы бы уже добивали йога. А, да? Не, ультрадруль, уступаешь мне по-любому. Сотка нахуй. Ну, я... Не, уступаешь. Это все уже. Есть, два, да. Два, это может что-то жирное. Ты. Хаваем. Ну, они сотоблесть есть. Жду в трейд. Опа! Сука! Сука. Чем? О, на ханте. Ай, дудики. Либо... Капитана не бейте. Бич, бич на ханте. Надо... Че, кого? Бейте всех, заходите. Заходите в комнату. Давайте сразу. Начнем. Заходите в комнату. А то опять забагается. Все помню, где что стоять. В душе не ебу первый раз здесь. Че там? Блядь? А, во. Так, в комнату Вилаша, Войд. Два ханта. Два ханта, два мага. Шалфир, Шадо, остаешься тут. Лук, еще. Тут? Как его еще раз зовут? Завоеватель. Не сорвите агро, Вилашу будет станить. Шадо, иди ко мне сюда. Смотрим на моба в конце коридора. В звезду, встаньте, звезду, встаньте, звезду, встаньте, звезду, встаньте. Не надо им кашу. Шадо, сейчас забери. Не надо их им кашу. Он нужен. Его нужно контролить. Он бафы 3. Перебегаем налево. Налево, 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 сова, налево, сова, налево, сова. Мудфокс налево, мудфокс налево, мудфокс налево. Завоеватель, отбейте. Направо теперь переходим. Ренш 11. Контроль моба отлично. Заново налево, заново налево. Фокс, ты чё? Быстрее добивайте мобов. Теперь направо. Отхильте черепок. Налево. Заходим все в комнату. И встаем в центр. С окна отойди от двери, отойди от двери, отойдите от двери. Отойдите от двери, станьте под жопу. Шадоу, забирай. Видишь череп, Шадоу? А почему 4 человека всего зашло? Вы что он там, ну, Бен Стиллер, блять, хули ты не зашел? Бичи, сука. Как обычно, за 50 держался. За мой. За свой, за свой. Быстрее бейте, дамага больше. Бля, бичи какие-то зашли, лоу ДПСные. Быстрее агрим эту хуйню, зергаем. Вы там сегодня справитесь. Да нихуя не справимся, блядь. Тут 3 калеки, блядь. Домашний, ёбаный в рот, нахуй. Чё, блядь, косты не сбиваются? Или чё он меня убивает? При заслужника в первую очередь бейте, блядь, или что, или как. Потом всю остальную хуйню. Ну хули он хилится-то, блядь, вы будете его бить? Нахуй ты в него стреляешь, блядь, бич. Warframe кусок, нахуй. Ты тут вообще в диссе? Он в диссе? Стреляет в длинного, сука, говорю, прислужника бейте, он в длинного стреляет, блядь, хуйню какую-то делает. Прислужника в первую очередь убивает, он хилится, блядь. Стоит, отхиливается, мы полгода так будем проходить. Короче, сложный режим, режим 3 секунды, нахуй. Спасибо, что зашли, блядь. Бенселлер, нахуй. Кто там еще? Я пизду, нахуй. Да, это хуялп это, блядь. По стенке, по звезде. К звезде. Не по центру, мудак. Прыгайте вниз. Да уже похуй на этого моба, ну пускай будет. Пускай. Почему они строят? Герои добивайте. А
А говорил, будет весело, с шутками, с приколами, да? Дельные анекдоты обещанные, а? Мне сейчас такой прикол, нахуй, он показал молнии на 36 тысяч въебало, блядь. Божество, говорит. Это про то, что было в комнате. Походу, да. Ну, вы же не, ну, не смекаете, да, почему дамаг проходит вот. Сначала колонна стреляет двойными молниями в босса, потом в ту сторону, где эта колонна находится, босс кидает веер молний. Я здесь вообще первый раз, блин, я не могу. Ты же это все объяснил им, поэтому мы все понимаем. Вот я только что объяснил. Я хочу пить. Своевременно. Так потому что мы ХМ не делаем. Это обычный режим. Можешь мне весь лут закинуть, я его разролю. А как посмотреть вообще его? Комбат висит. Сейчас он допиздит. Должен. Мортал Комбат. Я посмотрел. Смертельно. Молоток я... прикольный. Какой? Голову, голову разроль. Какой? О, голова. О, о, кстати, тебе... А тебе все скажи, блядь, какую, какую. Могу разролить. А я что хочу. А голову надо набрать. Рецепт давай мне. О, рецепт. Надо. А, стоп, это пояс? А, не ступни надо. Ё-моё. Разрой рецепт. Там, если надо будет что-то вот... И голову можно, если не сложно. Картина масса. 270 рейдеры дерутся за шмотки 220. Нет, рецепты я покупаю, я хочу. Если больше одного человека надо, там шмотку, то кидайте на ролл. Вон, чем этот фокс хочет. Давайте корону на ролл. Да все на ролл. Че, куда ты пошёлся? Я понял. 8. 2 нахуй! 11, хорошо. 2. Ультратру, третью шмотку. Ультратру. О, я руки не забрал. Не, руки я забрал. Не, руки не отдали. Вы хотя бы передали. Так, а где там Фрия? А вот Мирон. Давай вот этих мобов убьем. Давай магина дадим. Чтоб все пошли. Так, вчера разрольте, что там. А сколько еще боссов осталось? Берите, рецепт разрольте. Отвернитесь. С аватарка. А, 3. Аспект. Но третьего не сможем призвать. Почему? Ключа нету. Сможем. На эти. Можешь у админа ключ. У тебя ключ есть? От Алгалона. Не все есть. Ладно, я сам разрулю. Что там упало? Отверните от маску, отверните моба. Корону кладем. Господи. Почти вайп. Вот, пожалуйста. Я понял, нахуй. Вот, пожалуйста. 11. Жму руку. Ебань, гамазек. Вот, пожалуйста. Гомосики, чё только блядь. Сейчас увидел этот ник? Это с этим, с Кэрэти пришёл, кстати. А чё? Нихуя, я его не знаю, ты чё помнишь? Кэрэти какой-то, блядь. Лот попущено, блядь. Я не с ней. Не, ну это верно ты сказал, конечно. Ну, лут вроде у Хулидринка. Так, сейчас пойду скачаться к Хулидринку. Блядь, чё вы так Кэрэти нахуй ненавидите, блядь? Это вообще пиздец. Шанчушка, блядь, ржавая. Бродяжку. Не, Саньку респект, хуй он сосёт бата. Поддерживаю. Так, тут какой-то моб есть самый опасный. Вот приверженец, его надо в первую очередь зергануть. Так, а можно шапочку на базу? Кому там постучать надо в личку? Нету. Уже без тебя. Уже без тебя там все распределили. У меня скрин не скинули на лут, блядь. Пиздец, все нахуй. Все пороло, блядь, было. На форум иди теперь. Я-то пойду. Куда вы побежали? Моба бить не надо, что ли? Бищи. Охуе. Его можно было просто пройти. Я думал, это не, босс. Не надо. Да, это босс. Это туннельный босс.
Если его не убить, то потом... Потом хуёво будет. Вот надо... Он вызвал моба, вот его надо бить, чтобы с него снялся щит невосприимчивости. Папа, ебать! Чего? Да Шалфира там превратила в хуйню какую-то, он пишет папа. Папа, блядь! Ебанутый! Нормальное время. Шапку, шапку, блядь, отдайте. Кому стучать? Вот это хорошие шутки. Надо, наверное, ИП начинать за шутки начислять. Так, посчитаем, сколько мы боссов убили. А где тут обменивать эти токены? Нахуй вам токены, если вы не знаете, где их обменивать. Дальше справедливо, кстати. Я новичок в игре, так что тише бы. Блять, да дайте Гамазеку шапку, он заебал уж. Он его сролил. Он тем более ее сролил, дайте ему шапку, блин. Сейчас там все. Пусть обмен кинет, блядь. Какой шапку? Такой шляпу. Так он же спрашивает, кому трейд кинуть, сидят и говорят, блядь. Три этих, как они называются? Кити, ему Фрея, шляпу. Торим и Мемирон, это три босса, это будет четвертый. Я, кстати, генерал Визакс, если кто спросит. Я бегу. Так, ладно, за трех боссов пока. Я Кира. А Кира? Нет, ты Эл. Верно, Губосек, блин. Понятно, нахуй. Ты Эл. Аниме свои пересмотрели. Вот Губосек. Аниме для пидоров. Это раньше был, это Южный парк, там был Эл Губосек. Подожди, аниме для пидора. А пояснишь, а? Ладно, вот этот так дает сало. Да все по факту. Контролить. Чтобы он не ш... Ну, он даст сало веселье. Покаянием. Покаяние кинул. Да. Ладно, давайте. Кидайте. Ты мне кинул такие претензии. Нику теряли заебательски. Тут он... Покаяние можно пораздавать. Да, у нас их много. Можно было бы... Через ее шкал. Блять, кто-то... Давай, ебаный в рот. В первую очередь... Надо его залить. В первую очередь... Звездочку теперь заливать. Ешь, убивай. Вон, дайте работа, ему, работа, дай. Залез наверх, дайте ему покаяние, там пусть стоит. Давай, что без АОЕ, это что, невозможно. Так, в первую очередь всегда заливается черепок. Тут есть два мага, которые дают сало. Вот крестик поставил и... Еще где-то есть, вот квадрат. Кто по какому? Задание работаем, ходи. А, ну понятно. Да, забей, блядь. Там. И сказать ничего даже. Да. Что за Ктулху? Это не Ктулху, это забытый. О, там Войд. Старый стоит опять. Давай эту третью пачку чисти. Рампага под купол? Угу, да. Место рождения чистого. А их же было две. А вот вторая. Да, две были. Если... У кого там такой насос? Он на пляже просто сидит, ебашит. Ну это корыть уж. Там носы бодренькие. Так. Да. Да. Такс. Ой, а рудокопы есть? А шо это, кобальта есть в рейде, парни? Распределение, да, еще. Кобальт, ты присутствует в рейде, блядь? О, свечу! Подкинуло топу чисто. Бейте. Законтрольте, инвизибла. Вызвали моба и поставил черепок, надо его убить, чтобы снять щит. Почему-то меня кидают туда-сюда.
Это легкий просто. Даже не знаю. Ну да, легкий. Самый легкий, кажется, блядь. Это из-за твоего смеха. Дело сделано. Дело сделано. Дело сделано. Ты что ли король? Я за тебя не голосовал. Опа. Нихера себе. Нормально, ты полетал. Спулили вы, а меня притянуло. Охуенно. Так всегда я работаю. Думал, ты на шедеврах играешь. Паркур тоже движение знает. Просто флайхак включи. Пацаны, я гиену ёбнул. Гиена чисто ёбнул. Гиена живи. За что? Водку. Сердце было на СБ. Да. Че это было? Это мы тебя ёбнули. Вы руну не копайте, вы ее забагаете сейчас. Алло. Кого, блядь? Кого копать? Ах ты. Куда ходить? Ответственность все равно у Войда. Да. Можно тебе копать, блядь. У кого руда копать? Как Бебрекса бить? Одна после босса. Купать этого, блядь. Милики под красным кружком. На пул на Вилашу. РДД не бьют, пока не скажу. Так, кто-то там вылетел. Кучки бьем, да? Хорошо, шеф. А куда Катрисия делся? Вылетел. Не знаю, наверное. Чего хочешь? Блудника в этого ДПС распекайся. Бля, Саня, я иногда думаю, что ты шизофреник. Нет, неправда. А профы будут? Кстати, Саша, шизофреник тут есть один. Так. Их тоже это. Стоим. Да, всего лишь. Ставим звезду. Там будет босс кидать ракету, с нее надо до того, как она упадет на пол, отойти и зайти в лужу, которую оставит эта ракета. Это увеличит скорость коста и уменьшит затраты маны. На боссе не резается мана никакими способами. Поэтому нужно кастовать только тогда, когда вы стоите в луже. Под босса пойдут все милики, РДД все в звезде стоят. Рокшейн и Призан можете встать под босса. И с автоатаки там ману регенить по чуть-чуть. И хилите Вилашу. Чудовечок. Я так понял, муж в обычке, да? Да, просто убьем. Пока что стоим, так, ничего не делаем. Только милики бьют. Босс не таунтится. Отходим. Падает копье. Те, кто не успели отойти, это IQ-30. Встаем в черную лужу. Отходим. Будет появляться крестик. Этот крестик нужно будет выйти из рейда. Если не выйти, а когда бить можно? Можешь побить. Да ты в луже стоишь. Ходим, и Неола, отходи. И Неола, отходи, и Неола, отходи. Где он? И Неола, отойди от нас, отойди от нас, отойди от нас. Видишь, красные лучи захиливают босса. Когда ты стоишь рядом с людьми с этой меткой, ты захиливаешь босса. И тогда этого босса не получится никогда убить. Он захилится просто на фул. Так, подходим в лужу, кастуем. Отходим. Летит ракета, внимание. Так, каст надо сбивать. Все касты надо сбивать. Если не собьем каст, то будет вайп рейда. Скоро появится крестик над головой, его надо вынести. Так, темное сокрушение, отойди. Ракета упала. Метка безликого, отпрыгни, 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 отпрыгни. Молодец. Только это надо делать на 3 секунды быстрее. Юля появилась. Проебали вы танк. А, танк. Ну, БР, БР, блядь. Да какой, не надо ничего БРать. Босс не таунтится, я же говорил. Напулим разом, ты чё? Ничего вы там не напулите, там 100 тысяч, 180 тысяч она не наберет. Это. Вот, вы не звизи было, пульте, пусть он постой подключает. Да не надо ничего пулить, давайте заново. Это что, блядь, убили? Мы убьем, я кайчу, 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 убьем. Ладно, если хотите бить.
Бьем. Это просто... Приконем босса. Иль давай. Просто, допустим, да, этот... Не сбили один каст, и... Там, когда босс усиливается... Ну... Так... Броню просто вот, срезаем. Без духа или без танка? Да все, что он упал? Ехал на ярмарку, Вася. Я не понял, а что за хуйня? Что за хуйня с уроном на этом боссе? Какие нахуй 19 тысяч, что за хуйня, блядь? Кстати, я не знаю, почему сранитовые пары. Ваш педос. 57 тысяч. Не знаю, что это такое. Так а что это за хуйня? Не понял, ну, блядь. Ну, трэша нет, все, до свидосик. Там какая-то поешка, которая, типа, нет ног. Звони, там какой-то чел поставил. Добро пожаловать в гей-клуб, блядь. И все. Пофиксили, дурачка. Unholy клуб. Блин, видишь, будто не соло таргет. Распалю, это что за Сара Коннор, блядь? Не пыли только пояс, пожалуйста. Но пыли, пояс, если его. На третий спик, блядь. Слышь, такого нету. Говорится, главное вовремя остановиться. Два раза это еще хорошая шутка, третий раз уже... Это что вот это такое нахуй? Это вот что это с цифрами? Нет, это цифры спиздили ей нахуй, я уверен, блядь. Это чистый, ну... чистый бич. Ну там увеличивается это... скорость каста. И дамаг в луже, когда стоят, они увеличиваются. Поэтому кастеры топ ДПС. Так, хаваем рыбу. Спикнусь в ретрика, пойду в комнату. А все нет. Знают, что тут делать? Вообще нихуя. Бей в одну минуту. Хуёво. Так. Чисто на антитагричах прыгать. Такс. Спасибо. Так, а Вилания, ты же дружишь с диспелом, да? С диспелом, да, дружу прям. Так. Друг мой. Останешься наверху. Так, Хулидринг, с комнату знаешь, да? Останешься наверху, будешь диспелить, бегать. Прицепить. Так, Хулидринг, пойдёшь со мной. Так, так, кто там еще? Седжу, пойдешь в третьей группе. Так, ВП Хант. Так, туда пойдет. Шалфир сюда. Так, Шалфир. Так, кого еще тебе? Вот, давай, от Фокса. Так, Шалфир. В комнате вокруг босса будет 10 порталов. С левой стороны третья пати, вторая, четвертая заходит с правой стороны. Пати правую вожу я, пати левую вводит Шелфир. Шелфир кружок, на мне будет звезда. Вот в комнате, значит... А, и нужен хил туда, давай. Ультрадруля возьмем туда. Вместо кого? А вместо Ляночки, пускай наверху бегает. Вилаша здесь щупальцы большие, которые будут... Они будут кастовать. Чтобы сбить каст, тебе надо подпрыгнуть, дать автоатаку, по щупальцу каст собьется и отпрыгнуть обратно. Большие щупальцы никто не бьет, ни милики, ни танки, никто. В мили-зону к ним нельзя подходить, они шотнут. Маленькие надо убивать в первую очередь. Маленькие и средние. Средним сбивать каст, давать сало и станы по КД. И диспелить с рейда надо, когда будете наверху бегать. Наверху будет командовать... Кто там с голосом наверху у нас? Ты будешь, Авелания, говорить. Все чем командовать? Бегать будете недалеко друг от друга, вот на те квадрат. У босса три фазы. Бегайте недалеко друг от друга для того, чтобы доставать друг друга диспелом. Надо будет диспелить 4 вида дебафа. Так, сейчас пикнусь в ретрика. О! Так, призен, ты... Короче, ты действуешь. Ну ладно, будь наверху. Похуй. Так. Сейчас, когда спулим босса, все будут стоять в звезде. Вверх это вот здесь. Так, а чё моб стоит? Вот. Чё это за моб? Хуй его знает. Страшный ксор.
Сюда его поближе отведи. Босса не запустить. Вот это был пример, как что будет происходить на мобе сейчас. Под боссом, вот где Сара висит, надо взорвать под ней 9 мобов или 8. Там стоит Вилаша. Бьют только РДД, милики стоят, курят. Тучки, которые летают, их нельзя задевать, они активируются сами на время. Стоять надо только звезде, никуда не отходить. Охуеть, они тут дамажат. Тучки летают, это хорошо. Ну, он желтые тучки, видишь? По полу. Да, вижу, вижу. Что мы делаем внутри? Это в разуме там. Ты бежишь налево, моя пати направо. Ты бежишь, если видишь у Ханта или у Роги мало хп, начинаешь их хилить. Мудфокс тоже. Ну, Сопа где? Снизу, внутрь не проходит. Пошли, стоим в звезде. Там сливается трэш, нельзя смотреть на черепа, на эти ебаные. И Вилаша, зайди в центр, только не задень ни одну лужу. Двигаемся за звездой постоянно. Нас не должна задеть ни одна лужа. Бить мобов будут только РДД и только после того, как танк заберет их ЛПшками и наберет агро. Переднюю лужу не заденьте. Убейте моба. Ну, все-таки танку поможем, да, отбегать будет. Сдохнешь, души на сдохнешь, топа. Да я не сдохну. У тебя всегда вот так выходит, блять, вот. Давайте по. Ну, неохота долго сидеть. Посерьезней. Обратите внимание, там, где мини-карта, висит значок 100. Это здравомыслие. Если оно кончится, то вы станете рабом Йоксарона. Вас надо под лучами вас, их вас красить. Поглотит Ктулху и уничтожит, и вообще вы сдохнете. Персонажа уничтожит. И удалит ваш аккаунт. Двигаемся в звезде, двигаемся в звезде. Понял, топа, поэтому не иди туда. В зеленом луче каждые 3 секунды резается 20 здравомыслия, поэтому если вы зашли в комнату или каким-то макаром у вас это число снизилось там на 30, на 20 единиц, сразу идете в луч, резаете до сотки и дальше играете. Только один моб снимает КП у нее. Не знаю. А, двадцатка. Ну, еще один моб. Так, давайте подождем, пока вот эти две лужи пройдут. Да, там две лужи. Идите в звезду, 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 не череп, а звезду. Обойдем их. Обойдем их. Блять, кто это нахуй? Гиена нахуй. Мудак нахуй, ты в Дисе? Какого хуя ты не в звезде, блять? Ладно. Выдавливание на мне это чё? Вы с ним нахуй, этот человек бухает, просто не буду больше брать его сюда. Сначала бейте моба, которого мало хп, потом черепок. Ну, пидор активировал лужи, поэтому сейчас придется нам бить дохуя мобов, либо мы вайпнемся. Надо захиливать это сильно. Убивайте мобов, забери еще моба, не заводи его в рейд. Когда рейд моб умирает, они взрываются. Захиливаемся, хилим друг друга, бьем маленькие щупальца. Охуенно, меня в щупальце. Разбивайте моба быстрее. Вилаша, иди к большому, РДД бейте. Ладно, похуй уже, блядь. Так, если смотреть на лицо босса, зеленые лучи отойдите от них, они активируются и будут двигаться. Разбейте щупальца. Вот, все, сбила каст. Ваша делать, что надо. Разбейте удушающие щупальца. Видно, нет? Сука, или я в нем буду задыхаться. Алло, нахуй. Вы совсем нихуя не видите? Что вы делаете там? Щупальца два маленьких. Первый удушающий разбивается, чтобы освободить человека. РДД играют по этому щупальцу. А Вилания, ты будешь это все говорить, когда нас не будет здесь. Угу. Третья. То есть меликом по ним типа нельзя вообще. Удушающая забить. Не подходите, вас ваншотнет. Так, еще большое одно. Никуда не заходите, ничего не делайте. Стопайте дамаг, зайдите в зеленые лучи и сдохните. Сейчас я кое-кого кикну нахуй. Где он там, блять? А. Где он там? Ну пиши, что уже не бухает. Да мне похуй. Не в те лучи зеленые.
Они в этом взрывателе все стоят. Не покидайте тело никто. Бэнг. Потому что будете заходить, вынос забагается все. Надо все, что вам надо сделать на этом боссе, это раскрыть уши, закрыть рот и слушать внимательно, что надо делать. Если сказано стоять в звезде, значит стойте в звезде. Я ясно сказал, милики не бьют большое щупальце. Там с ним работает только танк. Милики бьют маленькие, в первую очередь удушающие, потом разлагающие. Это два маленьких щупальца. Вот, Мэтфокс, ты тут? Где он, блядь? Он, возможно, зашел внутрь в этот портал. В диване. Сними нахуй свой диван и сдохни, зайди, блядь. Нахуй вы диван даете? Этот босс не выйдется. Вот. Ебать. Сейчас на него накидают говна. В луч зайди. Зайди в луч. Да не в этот, ебаный в рот, нахуй. Ебать. Это видишь, ходер его спасает. Вот эту глыбу кинул. Сними себя, баф, глыбы, если успеешь. Ай, ладно, еще 3 секунды подождем. Кринж, нахуй. На боссе штук 20 разных способностей. Чтобы это все делать, диспелить, это надо меньше на ДПС играть и больше играть на понимание, что здесь происходит. Так не получится, ну как попало здесь, как бы буины попрыгать и все убить, так не получится. Надо слушать и делать все правильно. Вот те порталы, которые появлялись вокруг босса, напоминаю, мы сейчас сдохли от того, что милики решили, что надо бить большое. Когда любое тело подходит в милизону большого щупальца, оно шотает рейд сразу. Оно хлопает по рейду и убивает человек 5. Вот. Поэтому те порталы, которые появились вокруг босса, пати 3, где шелфир кружок уводит вас, она идет с левой стороны босса, если смотреть на его пасть. Пати 4, Войд, Эльтрадру, Хиле, Шаду, Хульдринг, Закхан, еще идете с правой стороны. Идете непосредственно, мы заходим, и мы идем по правой стороне, они по левой идут. И непосредственно за мной, за звездочкой идем. Мы по кругу чистим щупальца. Мы в портал идем или нет, Войд? Чего вы там играете? Мне просто нравится, как Войд сейчас резко замолчал, блядь. Я, блядь, просто потерял. Я, во-первых, не знаю, мы в портал идем или нет, Войд. Кто это сказал? Это же без понятия. Заханыч это был. Дикуяся! Кикайся нахуй. Гомосек, ты тут, нет? Я здесь. Хули ты лежишь? А до меня арес не прошел, блядь. Ебать там топ рвет, блядь. Чё топ-то прорвёт?